Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам о правилах прогулки с собакой во время режима самоизоляции. С конца марта на территории нашей страны действует режим самоизоляции. Он касается не только передвижения людей, но и прогулок с собаками. Как выгуливать питомца во время пандемии, чтобы не нарушить закон? Каких ограничений стоит придерживаться во время выгула, чтобы здоровье лающего друга было в безопасности? Давайте подробнее рассмотрим основные правила прогулки с собакой во время режима самоизоляции. Соблюдайте дистанцию, старайтесь находиться с питомцем на расстоянии не менее 1,5-2 метров от других людей. Не разрешайте посторонним людям трогать вашего лающего друга. Также важно отметить, что в ряде регионов нашей страны владельцам собак запретили выгуливать своих животных на расстоянии от дома более чем на 100 метров. По возможности старайтесь одевать собаку в специальную одежду перед прогулкой. Она позволит сократить контакт животного с внешней средой. Постарайтесь приучить вашего лающего друга к наморднику. Он поможет собаке не подбирать что-либо с земли. По возможности выгуливайте собаку рано утром и поздно вечером, когда на улице не так много людей. Обязательно выгуливайте животное на поводке. Это исключит возможность побега вашей собаки и ее контакта с другими людьми. После прогулок обязательно мойте лапы животного в теплой воде с помощью специального средства. Если собака гуляла без одежды и намордника, можете скупать ее всю, либо протереть влажной тряпочкой, смоченной в специальном растворе. Не забывайте о привычном режиме прогулки. Старайтесь играть с собакой во время выгула. Помните о физических и умственных нагрузках. Все это положительно влияет на психологическое состояние животного. Если вы пожилого возраста или не можете выгуливать собаку по состоянию здоровья, обратитесь за помощью к соседям или волонтерам из кинологических ассоциаций. Соблюдайте перечисленные правила выгула собаки во время самоизоляции. Все они направлены на защиту вашего здоровья и здоровья вашей собаки от коронавирусной инфекции. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!